Дарья Садовая, 20 лет, родилась в Саратове. Студентка, видеоблогер, секретарь молодежного правительства Саратовской области. Жизненное кредо – каждый день заниматься творчеством. О кастинге проекта я узнала за час до его начала. Пришла для интереса. А вдруг? Телезвездой становиться не хочу, и это правда. Мне интереснее понять, могу ли я работать на камеру. Первые недели и первые задания вызывали небольшую дрожь и волнение, но это было весело. Что касается моих ожиданий, я жду нового багажа знаний и общения с людьми, которые будут окружать меня все эти 5 недель. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Я думаю, это невозможно. Отлично. А какой у меня там был еще вопрос? Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.